Обласная больница – первое и единое працовное место анестезиолога-реаниматолога Ивана Чамерка. У профессию пришел у 1975 году по накированию Гродинского мединститута. Сегодня стаж работы врача у областной клинической больницы наличивает амаль 50 годов. Из них 15 на посаде загадчика отделения и головного анестезиолога в области. Как изменилась больница в плане обсталевания, отчул на уласном опыте. И упевненные зараз махчимостью стало куды больше. Сейчас, конечно, произошло перевооружение, и работать с пациентами стало значительно проще. Хотя и пациенты стали сложнее, может быть, но работать с ними стало проще, потому что контроль, лабораторный мониторинг, все это приводит к тому, что имеется результат. Основная рухающая сила больницы – это сгуртованный коллектив профессионалов. У штате установы аховы здоровья 430 урачов и амаль 800 медсестер. Как была годная измена в опытного поколения медиков, активно долучают молодь. Медсестра Милена Громакова сёлета скончила медколледж и 3 месяца тому начала працу у гнойном отделении областной больницы. Целенаправленно хотела работать в этой больнице. И когда пришла заранее для того, чтобы узнать, в каких отделениях есть свободные места – мне сразу предложили гнойную хирургию. Я заранее интересовалась именно работой, которая здесь меня ждет. Но, придя на стажировку, все страхи испарились и спокойно теперь уже работаю. Милена – усвядомленный метавик. Дзяўчына заўсёды марыла працаваць у хирургии. Разностайность работы не дае сумовать. Перевозка пациентов, подрыхтовка до операции, инъекции и раздача леков. У день медсестра обслуговывает каля 25 человек. Подтрымка коллег и наставника допомагает справляться с тяжкой. Приемный выник працы – удячные пациенты. Отношения здесь хорошие. Врачей и медсестру. Спасибо врачам за добросовестный труд. Зараз областная больница – найбуйнейший шматпрофильный стационар региону, який включает в себе больше за 1000 ложков и 25 лечебно-диагностичных отделений. Штогод тут выполняется больше за 20 тысяч операций, значная частка яких складаная и высокотехнологичная. Только в нашей клинике выполняются сложнейшие операции при переломах костей таза, эндопротезирование крупных суставов. Это треть всех операций в Гомельской области выполняется в нашей базе, в том числе ревизионные эндопротезирование коленного сустава. Более 25% всех эндоскопических операций на желчеводящих путях выполняется на базе нашей клиники. Это 25% от странового показателя, даже не только от Гомельской области. Юбилей со дня заснования больницы отзначила, как николи яскраво. Глядача урочистого мероприемства чакал видеоролик об новых направках и проектах клиники. Сполучают науку и практику тут активно. Лепшие супрацовники установы аховы здоровья отримали гоноровые грамоты и словы подяки. За 80 годов истории больницы шмат чего изменилось. Обновились кадры, корпусы и обсталявания. У планах на ближайшую будущую – открытие новых ангиографичного кабинета и кабинета МРТ. Тем не менее, принципы врачов были и остаются ранейшими. Это сумленность, адукованность, гуманизм и любовь до своей профессии. Олеся Зайцев, Ганна Кустачева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».